Джанни Феррари, мировой лидер в производстве высококлассных машин для кошения травы, представляет универсальные садовые райдеры серии GTM. Райдеры GTM – это машины, специально приспособленные для работы в сложных условиях ограниченного пространства. Благодаря узкому радиусу поворота они с легкостью могут огибать любые препятствия. И справляться с работой среди деревьев, кустов, клумб и других преград. Режущая дека с плавающими ножами и шириной скашивания 80 см имеет функцию регулировки высоты стрижки. Система прямого сброса не забивается даже при стрижке высокой или влажной травы, а звуковой сигнал предупредит оператора о заполнении бункера. Кроме того, райдер оснащен функцией садового пылесоса, позволяющей собирать упавшую листву. Четырехтактный бензиновый двигатель Bridge Instratton мощностью 16 лошадиных сил имеет двойную фильтрацию воздуха и систему смазки под давлением, что увеличивает защиту и срок его службы. Все органы управления машиной легко доступны и находятся у оператора под рукой, а подпружиненное сиденье с высокой спинкой свободно регулируется. Там, где для стрижки травы требуется маневренность и аккуратность, с задачей справляются универсальные садовые райдеры Джанни Феррари GTM. Данное и многое другое оборудование с полной гарантией и технической поддержкой вы можете приобрести в компании Uniso. Компания Uniso – надежная техника, полный сервис.